В Малокарачаевском районе на территории этнокомплекса Алан-Шахар прошла выставка жеребцов карачаевской породы, которые принимали участие в конном переходе. 100 лошадей были представлены, из них проводился отбор по двум видам – густой и верховой тип. О том, как проходила выставка, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Культурно-этнографический комплекс «Алан-Шахар» радушно принимает участников трехдневного конного перехода «Лаба-Красный курган». 120 участников на лошадях карачаевской породы прошли расстояние протяженностью около 230 километров по горной и пересеченной местности. В пути за ними наблюдала экспертная комиссия. И главной целью выставки является выявление ходовых качеств, выносливости, чистопородности жеребцов, производителей карачаевской породы. Экспертная комиссия осмотрела, и все довольны, в принципе, отобранными лошадьми, потому что все видели возможности лошадей в походе. Сегодня мы показываем лошадей в двух типах – густой и характерный. Экспертная комиссия у нас Расуба Тимир Булатов, он бонтировщик, известный во всю республику. Ольга Гец – это все и участники, члены ассоциации «Карачаев-Орск». В выставке приняли участие лошади карачаевской породы с прослеживами родословной, прошедшей все требования по бонитировке. Организатором мероприятия выступила ассоциация «Карачаев-Орск». Прекрасные лошади, крепкие, выносливые. Как показал переход, они без подкормки концентратами выдерживают такие сложные переходы. Три дня без концентратов в пути. Это многого стоит. Можно сказать, считаю, так что карачаевские лошади, да, самые сильные и выносливые на Кавказе. Организаторы напомнили собравшимся не только о национальных конных традициях карачаево-балкарцев, а также о некоторых национальных героях, вековых обычаях. Выставку посетили делегации из городов и районов республики, а также и жители соседних регионов, участники конного перехода из Дагестана. Это особое событие для нашей республики, отметили собравшиеся. Переход через Марусский перевал в 1877 году генерала Бабыча тоже было отмечено, что превосходство этих лошадей по этим горным дорогам. Хотел сказать, что сегодня мероприятие, которое было организовали ассоциация «Карачаев-Орск» с содействием Министерства сельского хозяйства Карачаева-Черкесии, организовано на высоком уровне. Еще собравшиеся могли насладиться выступлением известных танцевальных коллективов и песнями талантливого исполнителя из Кабардино-Балкарии Эльдара Жаникаева. По итогам суммы баллов за переход и за выводку определились лучшие жеребцы-производители карачаевской породы. Победителем в верховом типе стала лошадь по кличке Туралы, владельца Ислама Шунгарова. А в густом типе победу одержал карачаевский жеребец, владельца Магомеда Биджиева по кличке Куанч. Алихан Лепшоков, Медина Джанкезова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район.